2002 года в городе Реутово организовалась уже или образовалась Татьяна Витальевна Бабанина. Она приняла за все время, которое пошло на то, чтобы создать эту семью, 10 детей. Когда он был маленький, и Антон, у них была мама, Лена ее звали, она очень сильно пила. И когда мама или выбросили ее, или она упала с 9-го этажа. Ну, а вот Танюшка, допустим, она уже никогда здоровой не будет. Она инвалид 2-й группы с детства, то есть по психическому заболеванию. К счастью или к сожалению, я не знаю, как сказать, он знает все. Тут уже я просто, он знает. Он совершенно далеко не глупый ребенок. Далеко не глупый ребенок. Дело в том, что вот мать у него сильно пьет, очень сильно пьет. Отец бывший наркоман, он сидел в тюрьме. Мы узнали вот об этой девочке. Ей было 2 годика. Она упала или ее выбросили с 4-го этажа. Известно только одному Богу. Она попала в контейнер с водой. Ее отвезли в больницу. Мать у нее наркоманка и отец наркоман. Ее отвезли в больницу. Приехали туда эти родители, но... Вот сейчас на Сашу, на нашего Мещерякова, посмотрите, ему 6-й год, а им, по внешнему виду ему больше 4 не дашь. Ведь меня вызывали по этому поводу. Татьяна Витальевна, что же вы лопатой возите снег, работаете дворник 2 года назад, а у меня приют был. Анна Васильевна Бабалова мне сказала, я не пойду. У меня свой приют.